И всем привет, дорогие друзья, я приветствую вас на канале. Я прохожу игру CF, и сейчас мы находимся в древних руинах. Это глава Грязные тайны. Сейчас мне нужно найти книгу в библиотеке. Я разобрался наконец-то с лестницами и сейчас иду в ту самую библиотеку, чтобы найти книгу, которую дали мне найти по квесту. Вперед. Так. Вот у нас там что-то светится. Я не знаю, конечно, что это значит, но, скорее всего, там будет очередное видение. Вот цифра 4 уже на лестнице. Так. Ох! Я сам не ожидал от всего такого. Так. Значит, мы упали сюда. Что у нас тут? Тут у нас снова такая вот площадочка. Так, там что-то светится, и я хочу... Предположу, что это та самая книга. Но чтобы украсть, ее надо освободить. Так, теперь у меня задание. Заберите книгу ритуалов. Так, ну давайте, тут у нас вот... Ага, то есть снова сбились как бы. Ну, давайте сейчас включим быстренько, чтобы медальон был снова в правильном положении. Отлично, следующий. Следующее кольцо, вот. Нет, не в ту сторону, не в ту сторону. Так, раз, два. И последний. Так, есть еще одно. Следующий. Оба-на. Вставляем. Сейчас посмотрим, что произойдет, если мы ставим. Опа. Ага, вот у нас развиваются такие. Опа, уходят они. И вот книга. Так. Еще и так аккуратненько нам ее подают. Угу. Взять книгу. Так это похоже на знак кольца того чувака, которого мы украли. Альдус. Корнелиус. Ключи! Но? Опять все в манке. У нас тут какой-то... Какой-то непонятный что-то. Непонятно вообще, это манка. Что это ему, видение приходит или кто же его знает. Так, новый трофей нам. Эта книга добавилась книга в трофей. Эту ночь под городом я запомню надолго. Так, F1. Ритуальная книга. Так. Что теперь? Теперь нам надо нажать, чтобы наблюдать. Так. Вот вверх. Так, бегите из руин. Ну давайте. Небо поможет нам. Давайте. Он просто спрыгнул. Нет, ты не понял, братан. Нам надо именно наверх. Так. Давайте возьмемся за один из тросов и поднимемся быстренько по нему. Так, раз. Два. Три. Так, где тут есть спрыгнуть? Куда? Или нам просто подниматься?
Так, нет, вот нам показывает индикатор, что надо сюда спрыгнуть. Давайте, хоп. Так, вот спрыгнем. Кстати, а где то чудище, которое мы видели? Да, там же был такой вот мутант, когда мы одну из лестниц открыли. Без одежды такое, какое-то безволосое чудовище. Надеюсь, сегодня она нам не встретится. Да и вообще, пускай никакое чудовище нам не встретится. Так, нет, я не сюда пошел, не туда пошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Каждое время трачу там драгоценнейшее. Ай-яй-яй-яй-яй, куда же идти? Я не знаю, куда идти. Ну, давайте сюда зайдем. Или я отсюда и вылез, что ли? Нет, я не отсюда вылез. Хотя... Ну, ладно, попытка не пытка. Опа! Как так-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Как так-то? Я же вроде дошел до того каната. Возможно, нет. Возможно, нет. Просто так как-то все произошло. Я даже не понимал, почему это. Так, быстрее, быстрее, загрузочка. Нам надо переиграть. И почему-то в подсказках было дано именно не уйти из руин, а именно бежать из них. Мало ли, вдруг это чудовище нас заметило, или что, потому что по вот этой манке я ничего не понял. Какой-то кувшин или бокал, или что-то непонятное, и все. Забрали книжку, и все. Так. Бегите из руин. Так. Все, го. Мы снова на том же месте, где вот только что недавно умерли. Так, может, как-то надо аккуратно подойти к этому канату. Так, тут вниз. Да, так что. Так. Что это значит? Я не знаю, как так, но все же это обидно, я бы не понял. Я даже уже подошел аккуратней. Может, я что-то пропустил, и мне надо будет сконцентрироваться. Но как можно было так вот прыгнуть? Как? Я даже в воздухе попробовал подлечиться, но это ничего не дало. Давайте как можно быстрее найдем выход из этих руин, чтобы закончить главу. Так. Быстренько. Быстро. Так. Концентрируемся. Нам нельзя ничего сделать, кроме как прыгнуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Я почему-то посмотрел вниз, и мне аж страшно стало. Так. Так, тут перепрыгнуть нельзя. Можно только прыгнуть на канат. А как на него прыгнуть, если когда я прыгаю, то... Может быть, с какой-то из сторон подойти прыгнуть? Может быть, просто сползти сначала надо вот тут вот. Вот. Так, вроде нормально. Так, у нас это что ли, монетка, что ли? Я слышу голоса людей. Ну, а это же древняя руина, тут же никого не должно было быть. Значит, кто-то нашел тоже тайный ход. Значит, можно быстрее линять. Так, отлично.
Что тут у нас? Что же? Что тут у нас? Посмотрим. Об этом даже мадам ничего не знала, а ты видел, как она любит всюду совать свой нос. Какие-то, скорее всего, это какие-то воры, но мне не важно. В том, кто открыл дверь. Ага, то есть это не воры, значит, они уведомлены, что такая дверь существует. Так, вот у нас. Так, мне надо выйти отсюда. Так. Так, где? Где кнопочка? Тебе это хорошо говорить, ты с факелом. Так. Вот она. Давайте. Так. Надеюсь, это стражи и охранники, кто бы это ни был, они меня просто не увидят, и я выйду. Так, ну вот они идут, значит, сюда. Это охранники, значит. Мне надо хотя бы присесть. Ну вот и ищи в темноте. Есть хочется. Ого, мило, слышно только что, поэтому я стараюсь идти бесшумно, но это не получается. Так. Посмотрим ли, не смотрят ли они. Вон один из них стоит. Давайте перелезем. На нас даже не светит свет, ничего, поэтому. Так. Лишь бы нас второй не увидел охранник. Вон он. Главное, чтобы он не заподозрил меня. Так, он вроде как меня увидел, только не увидел. Так, тут у нас сохранение. Так. Куда же теперь? Ладно, давайте сюда зайдем. Так. Ну что, предлагает даже обчистить эту штуку? Ну интересно, что же мы тут найдем? О, даже скрыт замок. Интересно. Я спешу, в принципе, ну могу глянуть, раз тут что-то такое, я что же тут может быть? Лишь бы я не просто так открывал этот замок. Так, я услышал голос охранника, значит, где-то тут есть конвой. Так, держатель для свитков, то есть впустую потратил время, ну ладно. Так, стоп, надо сконцентрироваться, понять, куда идти. Так, давайте, значит... сюда. Так, вон он. Я не понял, куда он идет сейчас. Вот. Он там или его нет? Надо хотя бы присесть. Так, нормально вроде он отошел. Либо больше меня никто не увидел. Так, подождите, давайте воспользуемся вот этой штукой. Чтобы нас точно не видели. Так.
Так, нормально. Сейчас быстренько доберемся. Так. Вроде никого. Вот, один из них стоит. Один из них стоит. Он только один, я надеюсь. Так. Ну, возможно, на КТРЛ попробуем пройти. Хотя, вон там вот светит свет. И он меня заметит. А если вот так вот? Он даже не обратил на это внимания, значит, а что же это значит? Я прокрадусь мимо него. Буду красться, как мышонок. Я вот уже крадусь. И, видимо, вот это вот действие, которое я сделал, мне очень помогло. Начинает подозревать охранник, что кто-то есть, но света нет, поэтому он не видит, где я. Так, хотя снова вот подозрение начинает. Нет. Че? Может, мне все это привиделось? Так, надо убежать вовремя. Так. Забраться мы забрались, теперь надо выйти отсюда. Так, кто тут есть? Тут? Что это сбоку? Я увидел эту штуку. Так, хотя, да, это просто текстура. Так, вот этот вот охранник мне мешает. Хотя он всего один. Так, тут тупик. Так, а он даже не додумался, что тут есть я. Мне нужен канат, а он меня, скорее всего, увидит, если я прыгну на канат. Ну, была не была. Так, что-то я не могу сюда запрыгнуть, значит, надо, наверное, куда-то подняться, что ли. Так. Надо до конца во всем разобраться. Вот, я, кажется, вижу решение своей проблемы, видимо. Это она. Нет, не она. Я подумал, просто если залезть на ящик... А, вот, да, на него можно залезть. А потом вот залезть на канат. Так, типа подозревать что-то. Что он может подозревать? Так, вот. Опа, на соседний канат, на соседний. Так, залезли. Зайти сюда было намного проще, чем выйти. Сейчас мешают охранники. Да и... Да, охранники. Так, у нас тут произошло сохранение. Так. И что это? Так, готово. Нет. F, что-то я не понял. Вот система. И что, надо выстрелить мне, что ли? Так.
Так, тут я не понял, если честно, что делать. Вот, нам концентрация показывает вот эту вот всю штуку. Так, а ну, может быть, с разбегу сигануть? Да. И теперь мы от третьего лица будем вот тут ползать, как на литейном заводе. Видео, где я на литейном заводе забираю кольцо у покойника, я добавлю в описание. Можете посмотреть это видео, если вы его не смотрели. Так, вот сюда вверх надо мне по вот этим вот деревяшкам взбираться. Я слышу свист охранников, это меня так раздражает. Значит, что сейчас будет еще NPC, который меня будет хорошо слышать. Так, залезаем. Не понял. В чем юмор? А, вот все. Так, ну что мы? Выбираемся или нет? Так, вот Гард куда-то ползет. Выползает. Ага, докажи меня, мамуля. Я очень, очень плохо себя вел. Стой! Не трогай меня! Нога болит! Это не ловец воров, кстати. Что происходит, не пойму, если честно. Генерал, в чем дело? Что-то непонятное происходит, да? Мамуля тебя сильно ударила? Что-то бушует. Не смей так говорить о моей матери, ты мелкая сучка! И рубанули. Понятно. А ну иди сюда! Что здесь происходит, генерал? Сау-сау пришла. Ну все, бери свой черный налог и вон из моего дома. Тронешь ее еще раз, и я тебе яйца отрежу. Мне кажется, сейчас Гаррет задохнется от угарного газа. Так. Ему бы спасаться из этой ситуации, вот такой вот не очень хороший. Мне одному кажется, что это просто переодетый мужик. Или нет? Если вам тоже кажется, что Сау-Сау это переодетый мужик, напишите об этом в комментариях. Она нас увидела, но не знаю, наверное, скажет сейчас об этом. Хотя нет, молчит вроде. Да, она ушла. Но неужели генерал что-то заподозрил? Такой... Нет. Ага, все, вот так, молодец, Гард. То есть, как бы он нас не видит, да? Ты, вонючая крыса! А нет, я тебя убью! Не думаю, что так будет, потому что Гаррет обычно проваливает. Я думаю, в этой ситуации он тоже успеет свалить. Берет стол
Вор! Бросает под ноги и утекает. Как и всегда. И забирая его палку. С девушками надо быть нежнее. Дает напутный совет и закрывает дверь. Ага, он закрывает, получается, палкой дверь и... Ты еще пожалеешь. Так... Так, он, получается, один в комнате, закрытый. Что же произойдет сейчас? Но, скорее всего, он задохнется просто от угарного газа, если смотреть в реальной жизни. Так, готово. Мы выполнили это задание. Ну, сейчас посмотрим, как же мы его прошли. Грязные тайны готовы. Получили мы 250 золота, и мы оппортунист, то есть мы не убивали и оглушали. А нет, мы провалили все задания. 29% мы украли все. Вот, ценных трофеев 1 из 5. И я просто, да, это я знаю точно, что я один из них просрал случайно, потому что сначала сделал одно, а надо было делать другое. Я снова в часовой башне, да? Ну, посмотрим сейчас, когда дойдем до часовой башни, что же будет. Так. Вот уже почти загрузилось его убежище. Так. И мы снова тут. Так. Ну вот, мы снова в часовой башне. А я хотел поблагодарить всех за просмотр, ведь я в следующей серии буду проходить... следующую главу, и я поблагодарю вас, если вы поставите лайк, а также почему бы не подписаться на мой канал. Для вас играл и комментировал Никита Атаманов. Всем пока!